Пандемия не помеха демографическому росту. Наоборот, в Черкесске зарегистрировано рекордное количество новорожденных за год. Число малышей, появившихся на свет в високосном году, превысило отметку в 2000, чего не было вот уже 33 года. Знаменательное событие отметили в ЗАГСе столицы с торжественным вручением свидетельства о рождении. Фатима Даурова о пользе карантина и его последствиях для демографии. Вот и нагрянул бум рождаемости после карантина. Таких цифр Черкесск не видел уже 33 года. Более 2000 младенцев появились на свет в этом году в республиканской столице. Но особые регистрационные номера свидетельства о рождении достались только двум малышкам – Ясмине Гидиевой и Олесе Гущиной. Одной посчастливилось родиться по счету 2000-й, а у другой – символичный номер 2020. За эти годы мы наконец-то превысили это количество, то, конечно, мы, рождаемость у нас повысилась, мы работаем, мы радуемся. А раньше в год в среднем примерно? Ну, 1500, 1600, вот такие цифры у нас были. Больше мальчиков или больше девочек? Ну, вы знаете, я не могу вам так вот сразу сказать. 50 на 50, я думаю. Официальное поздравление новоиспеченные родители получили от руководства ЗАГСа Карачаева-Черкесии и регионального отделения партии «Единая Россия». Кстати, одним из презентов от единороссов стал символичный плюшевый белый медведь. В вашем лице хочу поздравить и поблагодарить всех родителей и до 2000-го ребенка, и до 2020-го. Хочу пожелать нам всем, чтобы детей в нашей республике рождалось как можно больше, чтобы они рождались здоровыми, красивыми, и чтобы у нас у всех была возможность всегда найти вот те слова, те возможности, чтобы поддержать и родителей, и детей, чтобы дать им достойное будущее. Вообще как-то и не ожидали, если честно, так, что так все будет. Мы думали просто, как обычно, придем, свидетельство о рождении получим. Да, так и бывает. Как бы. А так первый раз попались на вот это мероприятие. Девочка с характером похожа на этот год? Девочка нет. Она с характером. Спокойная, тихая. Постоянно спит. Мы ее не видим, не слышим. У нее сейчас период такой постоянно период. Спать. А сейчас еще она как начнет подрастать. Специалисты ЗАГСа надеются, что этот положительный тренд бэйби-бума, непредсказуемого, сложного во многих планах 2020 года, удастся удержать. И планка в 2000 поднимется еще выше. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.